Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.ком. Медицинские отряды спецназначения появятся в каждом военном округе. В России начали заново формировать медицинские отряды специального назначения, которые были сокращены в результате военной реформы. С 2020 года Министерство обороны России планирует развернуть в каждом военном округе так называемый медицинский спецназ. Информацию передает «Известия», ссылаясь на собственные источники в оборонном ведомстве. Медицинские отряды спецназначения будут перебрасываться в различные точки для разворачивания военных госпиталей. Каждый отряд будет включать в себя около 200 военных врачей, способных работать в зоне боевых действий, а также в районах ЧС и массовых эпидемий. Также, помимо специалистов и медоборудования, отряды будут включать полевые кухни, палатки для проживания и автоперевязочные. Источник издания в оборонном ведомстве заявил, что медицинские отряды спецназначения смогут быть задействованы не только в боевых миссиях, но и также в миротворческих и гуманитарных. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.